Всем привет! Сегодня займемся поиском скрытых запасов нефти, спасемся от шума и накормим шелкопряда графеном. Подробности далее. Работы аспиранта Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета Руслана Гайфутдинова признана одной из лучших в конкурсе научно-исследовательских работ в рамках конференции «Наука будущего. Наука молодых». Свою работу Руслан посвятил проблеме разработки зрелых месторождений нефти на северо-востоке Татарстана. Его научной группе предстояло собрать и обработать большой массив данных непосредственно с самих скважин. Все эти скважины уже давно в разработке и, по сути, выжаты до капли. Они доказали обратное. Более того, с помощью молодых ученых был скорректирован план бурения новых скважин. Их переместили в более перспективные зоны. В последующем корректировки подтвердились хорошим дебютом с этих объектов. Многочисленные исследования ученых доказали, что шум негативно влияет не только на настроение человека, но и на здоровье. Как правило, высокотехнологичные шумопоглотители крепятся на окно и помогают фильтровать звуки. Но недавно появилось устройство против шума, которое можно носить с собой – музо. Это колонка, которая позволяет ограничить посторонние шумы и сохранить приватность разговора, создавая пузырь тишины. Для этого необходимо прикрепить гаджет к плоской поверхности, которая будет использоваться как резонатор. Таким образом, воспроизводятся звуки, блокирующий нежелательный посторонний шум или голоса собеседников. Также музо может поглощать вибрации, например, если рядом с домом идет застройка. Ученые из университета Цинхуа заставили тутовых шелкопрядов плести паутину гораздо прочнее обычной. Сделать это удалось, добавив в рацион гусениц углеродные нанотрубки и графен. Чтобы получить прочный шелк, шелкопрядов кормили листьями шелковицы, обработанными 2% раствором углеродных нанотрубок, либо графена. Испытания показали, что получившиеся волокна оказались в 2 раза прочнее обычных и на 50% более износостойкими. Кроме того, после нагрева до 1000 градусов волокна стали проводить электрический ток, что не происходит у обычных волокон. Предполагается, что полученные волокна найдут применение в медицинских имплантатах и биоразлагающихся сенсорах. Это были самые интересные новости науки на сегодня. Пока!